Оглашение повестки дня много времени не заняло. Главный вопрос – непризнание столичной власти и самоопределение региона. Мы, депутаты Севастопольского городского совета, заявляем о непризнании киевской власти, пришедшей к управлению государством путем вооруженного государственного переворота, и считаем ее нелегитимной. После непродолжительного обсуждения все присутствующие единогласным голосованием поддержали проект решения. У нас недавно прошел буквально на днях Совет партии регионов. Как бы что-то ни говорили на партию регионов. И мы однозначно, оно уже опубликовано, было принято решение, что севастопольцы, единственным по Конституции источником власти является народ, что мы всегда и были севастопольцами. И самое главное, что севастопольцы имеют право на самоуправление. Я уходил на сессию, внук мой, ему 15 лет, он сказал: дедушка, ты ж помнишь, что политика строится на костях. Так вот я не хочу, чтобы на костях строилась политика наша. Она должна строиться на дипломатах, на юристах, на политиках. Вот это самое главное. Сохранить мир и спокойствие в городе и в Крыму. Запись опять, решение принято. В соответствии с принятым решением и поправками к нему, 30 марта Севастополь присоединится к общекрымскому референдуму. Вопрос, вынесенный на него, будет определен в ближайшее время специально созданной депутатской комиссией. После голосования руководители горсовета отправились на площадь Нахимова, где сообщили о принятых решениях севастопольцам. Олег Савченко, Виталий Козловский, программа «Наше время».